Всем привет, с вами Просто Гор. Вы на моем канале и в моей тачке. Это очень познавательное видео, смотрите его внимательно. Значит, начну рассказ. Ехал я с района, и в итоге я доехал до заправки Лукойл. И тут складывается такая ситуация. Надо заправиться, и заодно хочется кофеек попить. Сунулся я в карман, а в кармане практически пусто. Целых 200 рублей осталось. И тут сижу я, думаю, надо добраться до города, но и надо кофеек выпить, чтоб по пути не уснуть. И сижу, ломая себе голову, как что сделать. И вдруг, бац, представляете, подлетает ко мне фея с безрукавкой от Лукойла и говорит: молодой человек, заправьтесь на 10 литров и получите кофе за рубль. И тут меня озаряет, конкретно озаряет. Так это же замечательно, я одним выстрелом убью двух зайцев и заправлюсь. Пару литров залью топлива дизельного и кофейка выпью. Захожу, значит, я на заправку. Думаю, это замануха, какой-то развод. Но не тут-то было. В общем, я зашел, короче, на заправку. Достал бабло мое. Даю ей 200 рублей. И бац, я был прав, она говорит, это замануха, надо заправиться на 10 литров. Я думаю, как заправиться на 10 литров, если у меня 200 рублей, еще и хочу кофе попить. В итоге вспоминаю, что у меня кошелек в багажнике валяется, а я думал, бабло дома забыл. Беру я бабло, добавляю, накидываю, заправляюсь на 10 литров, и в итоге движуха решена. Но в чем фишка, весь кайф. Спасибо заправке Лукойл. И я замануху понял. Заправке Лукойл 25 лет. В честь этого они за рубль кофе продают. Сегодня мне налили латте. Замечательное, шикарное кофе. Вот, и тут я глотнул кофейку и сижу, думаю, куда же я должен был вообще ехать? Вы не подскажете? Я что-то забыл, честно, ребят, куда мне надо было. Волшебная фея меня с толку сбила. Так, что же мне надо было сделать? Вспомнил! Мне надо добраться до города. Теперь у меня практически полный бак. И еще есть кофе под рукой. Я не вырублюсь и доеду до города и решу все свои вопросы. И еще сниму очень четкое познавательное видео для вас, ребят. Ну что, давайте прощаться. А то дальше я не уеду и опять забуду, куда мне надо. Всем счастливо. С вами был Просто Гор. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Дизлайки не обязательно. Счастливо!